Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить настройки сети на вашем устройстве Infinix S5. Для начала мы заходим в настройки, затем листаем в самый низ и входим в пункт системы. Далее жмем параметры сброса и выбираем сбросить настройки Wi-Fi, сотовой связи и Bluetooth. Жмем «Да», вводим графический ключ или пароль и снова нажимаем «Да». Как мы видим, сетевые настройки были сброшены успешно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!